Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане государственным министром Великобритании Бенди Мортон. Стороны обсудили развитие двухсторонних отношений между двумя странами. В ходе встречи спикер парламента отметила, что политические связи между Азербайджаном и Великобританией развиваются на самом высоком уровне. Страны успешно сотрудничают в нефтегазовой отрасли, отметила Сахиба Гафарова, напомнив о работе в Азербайджане компании British Petroleum BP. Британский министр поделилась впечатлениями от своего первого визита в страну, высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане по пресечению бытового насилия и гендерным вопросам, отметила роль парламента в совершенствовании правовой базы в данной сфере.